привет всем. Сейчас мы стоим в центре Лондона, и позади на поле находится, и впереди меня находится Бекингем Пэлас, или, ну, я не буду говорить, как он по-правильному на английском. И легенда гласит, что если флаг торчит на флагштоке, то значит королева внутри, а если не торчит, то значит королевы нет. Вот на данный момент флаг торчит, значит королева там принимает вечерние ванны и сейчас будет кушать свою любимую овсянку. Вот. Почему овсянку? Ну, она ее на завтрак ест, на обед ест, наверное, и может быть на ужин ест. А сейчас, наверное, вечерний чай, кстати, у нее с молоком. С молоком, кстати, да, с молоком. Оля аж прямо близнула сейчас, вы бы видели. Она единственный раз, она сейчас сказала то, что пока в самолете летели, она сказала, что наконец-то я приеду в страну, где на меня не будут смотреть как на дуру, когда я заказываю чай с молоком. Ну почему на дуру? И так я ужасно не говорила, я просто говорила, единственная страна там, где меня поймут. Почему? Еще Казахстан, вторая страна. Ну да, вторая страна. Сильное солнце, сегодня вообще суперская погода. Погода классная, но завтра будет дождь. Вся все равно закуталась, потому что на самом деле ветер здесь конкретно сильный. Вот. Да, сейчас мы вот идем, гуляем и доходим до Бекингема. Как он называется? Бекингем Палас. Да. Вот. И я говорю, закуталась, потому что погода на самом деле вроде теплая, но ветер в Лондоне конкретно сильный. Вот. Вот сзади меня. Там все самое то красивое, куда мы шли. И да, вообще Лондон, конечно, красивый город, но на самом деле Париж мне как-то пока понравился больше, чем Лондон. В Париже больше было как-то всего такого исторического, не знаю, здесь тоже, конечно, всего много и красивое, и арки разные красивые. Вот, сейчас вот здесь вот золотые тоже, как в Париже. Но как-то все равно чуть-чуть по-другому. А то он и Лондон, что все должно быть не так, как в Париже. Да? Ну что, пошли гулять дальше, дорогой. Да, я засниму. В данный момент мы зашли в Чайнатаун и идем на прогулки. Смотрим, что здесь продается. Нет, Оля смотрит, идет и облизывается. Что так, а купить, почему покушать? Облизываться-то? Можно сразу заходить и собственно, покупать, и есть. Я думаю, вот сюда может быть, смотри, что здесь разное. Первый на Пашку я бы не заходил, давай пройдем, посмотрим, что вообще есть. Ну да. Ну окей, пойдем. Потому что там сидят одни китайцы, значит, должно быть круто. Вот здесь, смотри, маркет разные. Слушай, сейчас имбиря закупим. Слушай, а может быть, правда, есть здесь имбирь или нет? И васаби. Нет имбиря. А, вот он есть, смотри. Джинджер. А, вот точно, да. Реально. Да. Может, посылкой отправим потом ДХЛ? Да уж. Ну, вот это круто, слушай, здесь. Я бы реально здесь каждый день ела бы. Вот разные штуки. Вон туда, выше еще идем. Давай. По-моему, здесь все китайцы города живут. Давай туда пойдем. А вот буфет. Слушай, all you can eat за 9.50, дорогой. Не хочешь? Чё здесь, ход? Ну это как и у нас, в принципе. Ну там наешься точно. Один вон бомж зашел, смотри, руками лазит там. И вышел. И тетка ему. Да? Я это засняла. Так, ну что, тогда туда не пойдем, я думаю, раз каждый бомж заходит и ест там. Вот это было круто. Я это случайно засняла. Классно.
А я не поняла, такой стою, смотрю. Здесь такой бомж зашел. А вот, может быть, сюда? Так, ты голодная, что ли? Подожди, мы сюда приехали есть, наверное. Ну, мы приехали сюда, давай прогуляемся. Ну, вон, своей. Смотри, открывается самая центральная улочка. Слушай, вот здесь давайте остановимся. Здесь у мужика шлемин. Да. Я слушаю, я остановлюсь. Крепче, здесь крепче. Сумка крепче. Нет, вот. Да ладно, пойдем, дорогой, что здесь фото-то? Пауэрс прямо нам, вон можно Лондон Бридж. Короче, нам на Сент-Пауэрс. А тебе не напоминает эта площадь Мюнхен, кстати? Вот, с этими колоннами. Да, есть. Одиннадцатплац. Только не хватает с двух сторон Львов, да. А что это такое, кстати? Royal Exchange. Нет, вот это биржа, здание. Биржа? Скорее всего. Ты думаешь, это биржа? А, да. Royal Exchange — это королевский обменный пункт. Сюда королева приезжает, фунты на евро или на рубли меняется. Куда ты хочешь переходить, что ли? Вот в данный момент мы находимся вот здесь, вот возле этой, здесь Royal Exchange, вот оно, это здание. Вот здесь вот этот огурец, мы его, правда, не увидели, не дошли до него, мы сюда и потом сюда свернули. Сейчас пойдем дальше сюда куда-нибудь. И на самом деле это вот написано, то, что это сердце города. Здесь работают в этих домиках, как раз это банковский такой вот район. Здесь работают около, сколько здесь написано, 350 тысяч в день народу. И самое интересное, что мне понравилось, это то, что здесь, именно на этой центральной банковской площади, висит русский флаг. И там вот ВТБ Capital, этот какой-то, видимо, русский какой-то там. Я не знаю, что это такое, но вот связано вот с Россией именно. Нам повезло, что народу не так много, хочу сказать. Ты это знаешь? Что нам повезло, что сейчас время 11:30 дня где-то, и народу не так много, по-моему, часы. Ну вот русский флаг меня прям действительно радует. Как-то интересно. City of London. В данный момент мы пришли, как это называется, куда мы пришли? Здесь, в общем, какая-то Gold Hall Art Gallery. А здесь сидит немка и хомячит. Что?
что не перевод? А, на немецком никакое слово не сказать. Коротко, если описать вам немок. Собственно, вот так выглядят немки. Жирный волос, не, как бы неухоженный, вечно сидящий и едящий. Примерно в 25 лет вот такой полноты. И что касается одежды, то, собственно, ну, как бы вы сами все видите, ладно. Вот это коротко, а если отлучиться от этих красивых зданий и посмотреть, вспомнить о Германии, да. И потом еще сейчас в обществе высмаркивание пойдет, там залазение в нос или еще куда-нибудь. В общем, да-да, ногти, вот сейчас, подожди, ногти, вот-вот-вот. Вот, да, это я имею в виду. Это как раз самое то, что я имею в виду. Еще грызть ногти и так далее, то есть, да уж. А сейчас мы пойдем, дальше зайдем вот какую-то большую еврейскую церковь, точнее, она была не еврейская, но вот здесь вот можно прочитать то, что она стала еврейской, потому что ее оккупировали, они, а потом за счет большого огня в Лондоне, который был в 1666 году, эта церковь была уничтожена. А потом позже, за счет... В 1940 году была тоже так же уничтожена. И здесь сказано просто King's Enemies, то есть врагами короля. Ну, понятно, что было в 1940 году. Вот, а теперь мы просто зайдем и посмотрим, если вход будет открыт, как выглядит эта церковь в данный момент. Так, ну все, мы вышли на Tower Bridge. Отсюда. В здание я там не заходила. Мне как-то там, не знаю, не очень интересно все это старинное смотреть. Вот так вот выглядит это все дело. Кораблик снова какой-то. Ну вот сейчас мы пойдем на пир там. И... После Tower Bridge. А вот мы зашли в Лондон Бридж, точнее в Tower Bridge. И вот такой вид открывается отсюда. Вон там он Сент-Паулс Кэтеджал. Сейчас потом мы поедем на кораблике вот отсюда, с того пирса.
катаемся на корабле. Только что поехали. Дорогой, посмотри на меня. Тебе нравится? Мы идем на смену караула. Там мы видим уже кучу народу. Ну вот люди встают, сейчас они вот здесь будут, я думаю. Ну так куда подойти? Ну они сейчас здесь проходить будут, дорогой. Ну они туда пойдут, там со мной действие будет. Ого, там народу, офигеть. Вот это жесть. Пошли, пошли, пошли. Эй, привет! Это что, просто на смену караула столько народу каждый день приходит? Ванзен, с ума сойти. Переходим. Снимаешь, что ли? Я снимаю, что ли, да. Все, а уже место там кончилось. Я вчера все постирала. Вон, видишь, на воротах написано Австралия. Да. Это потому что, считай, они короли. О боже мой, о боже мой. Дорогой, вот это плохая идея была сюда переться. Здесь. Здесь ничего не увидим. Давай здесь встанем. И что? Ну вот. Ну давай здесь тогда встанем. Что это такое вообще?
интересно, что нас ждет, посмотреть, как все получится. Ну, на самом деле, зал такой уже, конечно, немного обшарпанный. И да. Ну, посмотрим. Не буду сейчас уже себе какие-то мысли делать, а просто буду наслаждаться шоу.